Авария со смертельным исходом произошла на заснеженной трассе под Челябинском. По предварительной версии, водитель, управляя ВАЗом 14-й модели, не справился с управлением. Выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с большегрузом «Скания». В результате ДТП 46-летний водитель легковушки погиб на месте. А на трассе М5 большой груз перегородил дорогу. На заснеженном участке трассы шофер не справился с управлением. Ограждение дороги пробил. Прицеп полностью перекрыл проезжую часть. Для объезда другие машины были вынуждены по насыпи спускаться с трассы и ехать по полю. На автодороге Челябинск-Троицк в условиях снегопада 67-летний мужчина, управляя автомобилем Mitsubishi, не справился с управлением. Выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем марки «Бриллианс». В результате ДТП 42-летний шофер китайской легковушки и два пассажира Mitsubishi получили травмы и были госпитализированы.